Всем привет, с вами Клонди Блейз. Сегодня я сделал обзор на такой вот набор по серии Лего Звездные войны. Он довольно-таки уже редкий, 2011 года. Его артикул, если кому интересно, 7914. Давайте посмотрим на инструкцию. Она такая маленькая, складывается пополам. Капитан Рекс. Вот. Раньше крупные символы были, да. Ну, как обычно в старых рекламках. Тут орущий пацан. Никакой дополнительной инфы нет, у нас там маленький бутыл упакован, 12 страниц, как бы, ну, что вы хотите. Да, ну и это, как по мне, чуть ли, может, даже и лучший пример как того, как нужно делать батлпаки, именно по их, не знаю, сущности. Потому что батлпак, это чтобы собирать армию, тут у нас 4 одинаковых чисто, прям вообще нет никаких отличий между ними, ну, кроме оружия, члена дозора смерти. Да, вот такие надо вообще делать только не и с дозором смерти, и с дроидами, и со штурмовиками, и с клонами, и со всем остальным. Да, они класть туда джедаев, которые, если ты уже два купишь, зачем тебе нужны одинаковые джедаи? А тут хоть 500 купи, все равно будет армия без каких-либо вопросов. Ну, давайте посмотрим. У нас тут имеется спидер. Так вот он выглядит, да, конечно, он довольно-таки простенький. Давайте сюда посадим нашего, не знаю, даже не штурмовика, а просто вот члена дозора смерти, который тут на нем будет ехать. В новом батлпаке Мандалорцев спидер, конечно, чуть получше, но все же сделан он неплохо. Обычный такой одноместный спидер. Ну, как бы все равно набор покупается не из-за него. Вторая постройка — это вот такой вот небольшой, даже не блокпост, а просто заграждение с пушкой. Оно может стоять на входе где-нибудь и вот так стрелять. Вот так вот довольно интересно сделано из деталей, которые вообще в машинах используются, вот этой вот арки. Вот. Ну, довольно интересная. Не знаю, интересный способ ее использования. Потом пушка, она крутится на все, во все стороны. Ну, правда, она немного легко крутится, что, наверное, минусом является. Но можно детальку заменить, и будет получше, наверное. Вот так вот она выглядит. Тут имеется лазерный прицел какой-то. И тут дуло довольно широкое, поэтому стрелять она, наверное, может и ракетами даже, не знаю. Ну, в общем, серьезное орудие, да. Ну и давайте взглянем на фигурки. Они идентичны, поэтому покажу одну. Вот так вот. Ну, для светло-синий, не светло-синий, а такие, не темно-синий, как торс, перегородочка, или как эта штука, не знаю, называется, темно-серая, так же, как и киски. А руки у нас тоже синие, принт у нас такой интересный, как бы мандалорская броня темно-серая, тут имеются две красненькие полосочки, ремешок, и сзади как бы такая их форма темно-синяя. Сзади давайте я сниму и покажу, что тут у нас принта нету, но он и не нужен, потому что у всех такой вот бэкпэк в виде ранца. Такой же, как был у Бобы Фетта, у Джанго Фетта, у новых их версий. Вот, только в темно-сером цвете. Лица. Интересно, по-моему, таких больше ни у кого нету, потому что это как бы только для дозора смерти. У Привитслы другое немного лицо. Хотя нет, по-моему, такие были у умбаранцев, только в фиолетовом цвете. У них было такое же выражение лица, насколько я помню. Ну и давайте пройдемся по их оружиям. Один из них держит в руках такой вот укороченный бластер, наверное, BC-15. Ну, наверное, BC-15. У другого парные пистолеты. Но это не такие пистолеты, как, знаете, я сейчас даже покажу. У клонов, как они, клоны-командеры, да, видите, у них отличия есть, поэтому у клонов командоров я уже не помню, как назывались они. DC-17, по-моему. А это просто обычные бластерные пистолеты. У следующего такая снайперская винтовка. Вот. И у последнего, я даже не знаю, это еще одна снайперская винтовка, но более такая статичная. Вот, она сделана из детали, вот такой интересный. А также имеется как бы, чтобы она устойчиво стояла, и от отдачи он не улетел никуда. И тут деталь такая вот используется, дабы увеличить дуло.
Вот. Как бы все равно фигурки все четыре идентичны, но из-за различного оружия создается впечатление, что они как бы все же отличаются. То есть у нас есть как бы, можно так сказать, реактивный боец, у которого два пистолета, он как бы быстро летает и всех с воздуха обстреливает. Я не знаю, что я несу, конечно, думаю, вы меня поняли. Такой тяжелый как бы боец, который в основном не летает, а просто стоит на месте и поддерживает всех снайперским огнем. Еще один снайпер, но более, наверное, его снайперка меньше урона наносит, но при этом имеет большую скорострельность. Ну и такой обычный самый, вот. Поэтому вот такой вот батлпак, вот. Я недавно собрал уже такую армию дозора смерти, поэтому я, может, сделаю обзор, пишите, если хотите, вот, увидеть такое видео. Ну а на сегодня все, всем удачи и всем пока.